храме преподобных Афанасия и Феодосия завершаются отделочные работы, и спустя несколько месяцев здесь будут идти службы. Построена большая парковка, появилось освещение. Красота. Однако, если отойти на несколько сотен метров в сторону, красота заканчивается. Взору открывается неприятная картина. Полуразрушенные дома, темные переулки и плохие дороги. Вопросу благоустройства этой части города и было посвящено сегодняшнее заседание градостроительного совета. Вблизи Макаринской рощи должен вырасти целый микрорайон. Инвесторами выступают химики. Предлагаем городу такой вариант, собрав все лучшие достижения сегодня в градостроительстве, все вот, используя рельеф, который там есть. То преимущество, что мост рядом пройдет красивый, надеемся, то он впишется в этот микрорайон, или мы микрорайон впишем. Поэтому мы любим свой город, мы хотим, чтобы он был красивый. В районе Биржевой будет построен жилой комплекс на 80 тысяч квадратных метров. Новый микрорайон вырастет на этом участке в 45 гектаров. Слева и справа от храма появятся новые жилые комплексы со своими подземными гаражами и торговыми центрами. Также будет построена современная набережная. Примечательно, что вековые деревья в Макаринской роще останутся нетронутыми. В здешних дворах не будут парковать машины. Дети смогут играть на площадках совершенно безопасно. А все потому, что автотранспорт можно будет оставить в огромном подземном гараже или на гостевой стоянке вне комплекса. Это новейшая современная идея. Для города Череповца за последние не одно десятилетие это уникальное предложение от частного инвестора, предложение по комплексному освоению территории. И это уникальное архитектурное предложение, потому что совершенно другой подход к градостроительству. Никогда такого подхода в городе Череповце не применялось, поэтому это интересно с точки зрения инвестиционной и интересно с точки зрения архитектурной. Другой жилой комплекс появится с левой стороны от храма. На набережной появится здание муниципальных служб. И что интересно, прогулочные зоны. Почти как в Париже. Свой променад. Наверное, это жилье будет чуть дороже, чем то, что есть сейчас. Но не радикально точно. Это будет не разы, это будут какие-то проценты, может 10-15-20%. Я не думаю, что они будут дороже здесь. Но тот набор преимуществ, мне кажется, люди оценят очень быстро, которые будут предложены в этом микрорайоне. Они радикальные, понимаете, по всем абсолютно направлениям. Сейчас идет проектирование микрорайона. Закончится эта работа должна через год. Тогда по планам и начнется грандиозное строительство, которое рассчитано на 3 года.